Сегодня у нас в гостях великий иллюзионист, потомок Кулагиной. Он обладает способностями к телекинезу. Мы собрали экспертов в разных областях, очень серьезных экспертов, очень серьезных людей. Этот под веществами просто. Вы не подумайте, что тут несерьезно все. Да, даже я здесь. Я думаю, сегодня произойдет действительно историческое событие. Да. Вы видите эксперимент века. Доказательство. Доказательство существования телекинеза. И вы не подумайте, что мы какие-то жулики или обманщики. Не-не-не. Дело в том, что у нас все научно, мы даже записываем результаты эксперимента. Видите, у нас блокнотики, ручки. Вот мы настоящие ученые. За время существования нашей эры такие события происходят, я вам скажу, раз в 2014 лет. Посчитали среднюю частоту. Средняя арифметическая. Да. Средняя арифметическая. События. Итак. Хочу сказать. Значит, я считаю, что это уникальный эксперимент. Он обязательно получит премию, либо... Тебя уже отпустило. Типа Нобелевскую премию, типа куда продвинутый эксперимент. Либо он получит антипремию Ш. Нобелевскую за самый неудачный эксперимент. Но какую-то премию он обязательно получит. Еще мы хотим привлечь внимание. Нобелевскую, точно. Итак. Продемонстрируйте нам свои способности, пожалуйста. Оно движется. Это феноменально. Да ладно. Закрывай.